Уважаемые коллеги, сегодня у нас очень торжественный день в университете. Понятно, что каждый новый учебный год – это всегда очень торжественно. Но сегодня это совпадает еще с одним важным событием. Я имею в виду, конечно, открытие бюста Василия Ивановича Колосова. Нужно сказать, что для мировой истории кардиохирургии, конечно, такие имена, как Василий Иванович Колесов, это гораздо больше, чем имя одного университета. Это имя первого в мире. И сейчас, в какой бы университетской клинике или в каком бы университете ни начиналась лекция по коронарной хирургии, все будут говорить от Кареля до Колесова. Я очень благодарен всем за то, что сегодня мы чтим память нашего учителя. Я хочу сказать, что одно из самых ярких направлений, конечно, нашего университета является кардиология, кардиохирургия, и она остается с тех пор до сегодняшнего дня. И я очень благодарен Евгению Владимировичу за то, что сегодня Евгений Владимирович здесь и, так сказать, в стенах родного университета тоже чтит память нашего учителя. Мне в жизни повезло, я учился у Василия Ивановича Колесова, мы все помним, как это непросто развивалось, сложное время было, тяжелые операции, трудно было, но Василий Иванович победил всех оппонентов. И действительно, если мы сегодня говорим о коронарной хирургии, то имя Колесова вписано золотыми буквами в череду людей, которые действительно изменили медицинский мир. Всем огромная благодарность за это, Сергею Федоровичу, вам и, наверное, ученому совету, который принял решение о таком важном шаге открытия памятника. Я уверен, что это станет еще одним символом Первого Ленинградского медицинского института, где мы все учились, и для каждого из нас это большая, очень большая история нашей жизни, если можно сказать, даже судьба. Всем спасибо, удачи. Сегодня представить вообще мир без этой операции практически невозможно. И миллионы людей, которые спасены и будучи спасены благодаря тому, что он начал делать, в общем говоря, награда больше, чем все, что вообще может быть на свете.